Всем здорово, ребят, хэллоуинский ивент идет в самом разгаре, и сегодня утром нам добавили третьего квестового персонажа с прохождением и уничтожением пришельцев, с которым, кстати, у тебя могут возникнуть проблемы. Именно поэтому сегодня я делаю полный гайд на прохождение данного квеста. Ну а я желаю всем приятного просмотра и аппетита, кто кушает. Let's fucking go! Ну и как всегда, абсолютно в каждом видеоролике я разыграю по 2000 Majesty коинов на любом из серверов. Для участия вы должны подписаться на канал, поставить лайк под этим видеороликом, написать статик и сервер, на котором вы играете, ну а также вступить в мой дискорд канал. Там ты найдешь много полезной информации, таблиц, гайдов и карт на Majestic RP и много различных розыгрышей. Ну а если ты хочешь играть вместе со мной, то переходи по ссылочке в описании, регистрируйся, вводи мой промокод Москвин, он тебе даст 20 тысяч баксов и 7 дней платину VIP. А это очень хорошие плюшки, которые тебе помогут на старте. Ввести его можно при регистрации или в чат командой /промо-москвин. Ну а я буду начинать, let's go! Ну что, ребят, нам, как вы поняли, добавили третьего квестового персонажа, и давайте приступим к его прохождению. Подходим к нему и берем у него задание, и наблюдаем, что у нас появился квест «Отразите атаку тварей». Именно на этом моменте вы можете столкнуться с трудностями, а если бы точнее, с непониманием, что вам нужно делать дальше. Ведь на карте у вас ничего не высветится. Именно поэтому мы все так же говорим с этим же NPC-персонажем, и нас перекидывает на отдельную локацию. Где мы должны на этом тракторе, или я не знаю, как эта машина называется, ну в общем-то задавить 20 пришельцев. Ну и справа снизу у вас будет таймер в 10 минут. На самом-то деле кажется все просто, и 10 минут как будто бы даже много. Но не тут-то было, и с каждым разом пришельцев становится все меньше и меньше. Но так или иначе задание довольно-таки простое, но очень сильно бесячее. Я пока снимал для вас этот фрагмент, у меня 300 раз горело просто-напросто с этого квеста. Ведь постоянно эти маленькие бестолочи убегают, мансуют и пропадают, и ты даже их не успеваешь задавить. Но расскажу вам небольшой лайфхак. Иногда бывает, что эти пришельцы застревают в невидимой стене и не пропадают, так что можно этим воспользоваться. Ну и после того, как вы прошли данный квест, вы получаете 500 кристаллов на ваш аккаунт. Ну а КД на повторное выполнение данного квеста 6 часов. И, кстати, ребят, по поводу кристаллов. Напоминаю, что сейчас у меня проходит розыгрыш на целых 30 тысяч кристаллов. Об этом я сделал отдельный видеоролик, который вы можете посмотреть в правом верхнем углу по подсказочке. Скорее переходи и смотри тот ролик, как только досмотришь этот. Также, ребят, я вам советую перейти в мой Discord канал, так как относительно недавно я там добавил отдельный чат, в котором игроки скидывают местонахождение QR-кодов. Ну и, скорее всего, на момент выхода данного видеоролика там уже появилась карта с огромным количеством местонахождения тех самых QR-кодов. Также, ребят, обязательно советую подписаться на мой канал и поставить колокольчик, дабы не пропускать мои новые и актуальные гайды по хэллоуинскому ивенту, и не только одним из самых первых. Ну и к тому же, ребят, надеюсь на вашу поддержку в виде лайков и комментариев. Это лучшее, что вы можете сделать в знак благодарности. Ну а я буду заканчивать, всем спасибо за просмотр, с вами был Москвин, всем удачи и пока! Ну и, конечно же, подведу итоги прошлого розыгрыша на 2000 Majestic коинов. И победителем становится вот этот вот счастливчик. Поздравляю. И для того, чтобы забрать этот приз, напиши мне во ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. Ну а я, в свою очередь, буду потихонечку заканчивать. И не забываем, кстати, про розыгрыши. Обязательно подписка, лайк и комментарий. Ну а с вами был Москвин. Желаю всем добра и позитива. Всем удачи. И пока.